Вот еще одно интересное утро. Вокруг туман. И я думаю, это самое время, чтобы найти интересный вид, сфотографировать его. Все равно пробка, чтобы доехать в центр сейчас с левого берега, необходимо 1:20, 1:30. То есть по факту это 1.5 часа, ну, типа это минимум. Так что я думаю, займусь пока полезным. Сниму классный пейзаж и расскажу об этом. Очень-очень посредственно здесь будет база отдыха Укртелеком. Я заехал в такие чигири, и тут еще есть какая-то цивилизация. Я переместился уже в студию, где я буду обрабатывать снимки. Я уже сразу выбрал 3 снимка, которые мне больше всего понравились. Такой немножечко по минималу, оно было все серое. Я покажу, как бы я сделал по цвету. И все это будем делать в Capture One. Я не знаю, заюзаем мы сегодня Photoshop или нет. Но я думаю, что на одной фотографии придется немножечко почистить. Хочется, чтобы было все чистенько и красиво. Погнали! Кстати, в черно-белом варианте смотрится тоже так. Будь здоров! Вот так по-быстрому я сделал 3 фотографии, поретуши совсем чуть-чуть. Это хорошо. Круто, когда больше остается живой картинки. Не надо ничего придумывать, дорисовывать. Хотя раньше я любил так пожестить и по HDR-чику, и там, не знаю, разные были вещи. Ждите следующую серию. Ваши замечания и предложения я буду рад видеть в комментариях под этим видео. Пока!